Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате, который находится на карантине, связанном с эпидемией коронавируса, и, разумеется, сейчас возникает много новостей и слухов о том, в какие сроки наш чемпионат может быть возобновлен. Первая дата, которая сейчас фигурирует в СМИ, это 10 апреля. Именно до этого срока был приостановлен наш чемпионат на официальной основе, но мы должны понимать, что сейчас карантин продолжается по всей стране, у нас вот выходная неделя, и, к сожалению, эпидемия распространяется, поэтому до 10 апреля я не думаю, что Россия сможет справиться с этой проблемой, и здесь будут, возможно, какие-то спортивные мероприятия. Поэтому на 99% можно сказать, что чемпионат будет вновь отложен. А вот на какой срок, это мы сейчас обсудим, проанализируем последние новости, последние слухи и представим, как это может повлиять на нашу российскую лигу. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, сегодня издание чемпионат.ком, которое периодически дарит нам хорошие инсайды, которые в дальнейшем оправдываются и подтверждаются фактами, сообщило о том, что чемпионат наш будет возобновляться лишь в середине июля. Вот такие вот суровые меры могут быть применены в нашей лиге. Сразу на несколько месяцев перерыв, даже побольше, чем летняя пауза между чемпионатами. Ну а что касается следующего сезона, то он начнется в сентябре месяце. И это, конечно, шок и трепет. Понятное дело, что сейчас много проблем и много неприятностей, связанных с коронавирусом, но середина июля, камон, ребята, это, по-моему, слишком. Тут уж нужно отменять сезон тогда, потому что по-другому получается и нельзя. УЕФА недавно спустила сверху директиву, что все чемпионаты должны быть закончены до конца июня месяца. И это не случайная цифра, она взята не с потолка. В конце июня у всех футболистов заканчивается соглашение. Ну, точнее, контракты прописываются до этой даты. И чаще всего игроки после июня, в июле, уже являются свободными агентами, которые ищут себе новые коллективы. Также до июня месяца прослеживаются и контракты по аренде. То есть, если футболиста взяли в долг, так скажем, на полгода, на год, то он дальше, по истечению этого срока, должен возвращаться в свою предыдущую команду. И в России этот момент особенно опасен, потому что в составе многих наших команд, в крыльях Советов, в Оренбурге множество исполнителей, которые либо арендованы, либо играют с истекающими контрактами. И в конце июня все эти соглашения будут закрыты. И таким образом команды могут остаться вообще без футболистов. Короче говоря, бессмысленная ситуация. Как заканчивать сезон, непонятно. Молодежкой, что ли, или что? Или каким-то образом создавать прецедент, чтобы все эти контракты были продлены на несколько месяцев вперед. Ну, допустим, там профсоюз футболистов России вместе с РПЛ и вместе с РФС объявит, что вот все контракты, они еще на несколько месяцев вперед, чтобы закончить чемпионат. Ну, конечно, это будет экстраординарная мера, но для экстраординарной ситуации. Но для этого нужна определенная политическая воля и решимость. А здесь, пока что, в нашем футболе все идет как-то консервативно. Поэтому я не удивлюсь, если наш чемпионат стартует действительно в середине июля, и тут, простите, будет половина команд с молодежными составами, потому что футболисты разбегутся. Особенно это касается легионеров, которые наверняка не особо горят желанием как-то, знаете, убиваться за российские команды. За редким исключением, разумеется. Они могут запросто свинтить, тем более, что посмотрите в хоккей, что творится. Там многие именитые игроки из-за рубежа просто сейчас бегут из нашей страны. Поэтому здесь ситуация загадочная. Плюс к этому учтите тот факт, что пока что не сместили трансферные окна. А поэтому летом по-прежнему будет селекционное окно. И за это время, условно говоря, «Зенит», «Спартак» или еще кто-нибудь начнет перехватывать друг у друга футболистов. И что самое главное, они же могут купить и ведущих исполнителей из наших середняков и аутсайдеров. Тех самых коллективов, которые могут и так растерять почти весь свой состав из-за истекающих контрактов и закрытых аренд. В этих условиях наш чемпионат может превратиться в какую-то вакханалию. Либо, возможно, дадут провести
трансферное окно, подготовиться к финальной части чемпионата и там же в середине июля запуститься с обновленными составами. Так получается. И таким образом, тот же самый Оренбург, Крылья и другие клубы, они будут вынуждены в эти сжатые сроки как-то обновлять свою команду и строиться фактически заново. Потому что, с одной стороны, в начале июля все футболисты разбегутся свободными агентами, арендованными, и будет, знаете, такой короткий промежуток в 2-3 недели перед началом чемпионата, чтобы купить новых исполнителей, найти их, подписать свободных агентов, опять же, и подготовиться как-то к финальной части чемпионата России. В общем, будет какая-то непонятная вакханалия. И таким образом уж логичнее действительно либо прекратить вообще сезон, либо дать возможность как-то попозже доиграть. Я даже, правда, не представляю, как это должно выглядеть, чтобы команды провели селекцию летом, чтобы команды подготовились к финальной части сезона и, не знаю, в сентябре где-нибудь начали окончательно определять места в нашем чемпионате. В общем, здесь, конечно, черт ногу сломит. Но все это может накрыться медным тазом из-за УЕФА, потому что они, во-первых, требуют закрыть чемпионаты до конца июня, чтобы не ломать трансферные окна и графики, а во-вторых, УЕФА сообщил, что если вы будете прикрывать ваши сезоны, если будут заранее объявляться победители, то есть если оставшиеся туры не будут сыграны, то могут возникнуть проблемы с квалификацией в Еврокубках, с тем, чтобы заявлять команды в европейские турниры. И это произойдет как в случае обнуления чемпионатов, так и в случае, если чемпионаты затянутся на сентябрь, там, октябрь месяц и так далее. Потому что в эти сроки уже должны Еврокубки начинаться, а у вас, получается, еще не определены команды, которые должны будут участвовать в этих самых континентальных турнирах. И единственный шанс на то, что этого не произойдет, если обнуляться буквально все. Согласно инсайдам, которые сейчас есть из УЕФА и из других организаций, если большинство лиг будет обнуляться и не закончит сезон, тогда УЕФА, возможно, воспримет нынешние таблицы как окончательные и будет выбирать себе в Лигу Чемпионов и Лигу Европы нынешние коллективы с их нынешних позиций. В противном случае, если большинство лиг продолжит сезон и закончит, а некоторые обнулятся, то вот эти самые обнуленные могут оказаться натуральными изгоями, которые будут лишены, возможно, и таблицы коэффициентов УЕФА, очков в следующем сезоне и команды всего остального. Короче говоря, сейчас с каждым новым месяцем, с каждой новой неделей этой пандемии ситуация становится все тяжелее, и будем посмотреть, конечно, как она в итоге решится. Но пока что, знаете, прогноз какой-то достаточно негативный. Как-то это все очень плохо. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока!